Идет 4-й год войны. Мы считаем каждый день, и только надежда на мир помогает нам жить. Гибнут люди, но память о них должна жить в наших сердцах. И о тех, кто погиб на поле брани, и о тех, кто безвременно оставил этот мир, не взяв в руки оружие. Все они были мирными жителями до тех пор, пока не пришли так называемые освободители и не начали нас убивать. Я Алексеенко Раиса Петровна, 1946 года рождения. Где вы проживаете? Проживаю город Донецк, Петровский район, Трудовские. 3 июня 2015 года был сильный обстрел с 5 утра и до 5 вечера, до 4:30 вечера. Утихло. Ну, муж вышел на улицу, решил. Я еще ему сказала, говорю, не ходи, еще кто его знает. И он, да нет, я немножко здесь пройдусь по улице. Но через 2 выстрела, ну, сильных было, 2 взрыва. Мы выскочили с дочкой на улицу. Он еще был живой. Ну, уже ничего не произносил, нигде ничего. Соседа попросили, сосед отвез его в больницу. Ну, там он и скончался. Уже помощь как бы не понадобилась. Сколько лет вы прожили вместе? Ну, с 70-го года. Там 30, и здесь 15, 45 лет. Thank you.
Двое детей у нас. Сын старший, Сережа. И дочка Татьяна. Перед войной достроили с мужем эту комнату. Жили. Здесь меньший дом был. Сейчас достроили немного. Ну как, он работал, я работала. А где он работал? Он работал на 11-й шахте подрывником. Мы учились в одной школе, в одном классе. Ну и после армии не поженились. Какой школе учились? В 103-й школе, бывшая 103-я школа, на 7-й. Готовы ли вы простить то, что произошло? Убийца мне кто-то.